Всемирный день снега и Международный день зимних видов спорта в Мордовии отметили в том числе соревнованиями. В морозный день 17 января прошел первый этап чемпионата и первенства Мордовии по лыжным гонкам. Турнир собрал около 200 участников из Саранска, 12 районов республики, а также гостей из Пензенской и Нижегородской областей. Награды были разыграны в 5 возрастных категориях у женщин и мужчин, которые состязались в гонке с раздельным стартом на дистанциях от 3 до 15 километров. Сегодня мы видим, что яркое солнышко, и все-таки, хотя и температурный режим жесткий для участия, но он соблюдим для спортсменов-лыжников. Нет ветра, самое главное, поэтому я думаю, что лыжня жесткая, и это очень радует лыжников. Мороз, установившийся в эти дни в Саранске, поставил под сомнение проведение этих стартов. Но днем в воскресенье погодные условия были не такими экстремальными. Минус 13 градусов – температура, при которой можно соревноваться. Дополнительно утеплившись, спортсмены вышли на лыжню. Первыми сильнейших определили девушки. Среди лыжниц 2007 года рождения и младше быстрее всех дистанцию в 3 километра преодолела Дарина Лашманова. Она единственная из всех смогла финишировать быстрее 10 минут. Среди девушек на 2 года старше лучше была Татьяна Солдатова из Ичалок, которая опередила свою землячку Анастасию Сухоткину на 26 секунд. На 5-километровой дистанции у лыжниц до 17 лет лучшей стала Валерия Баканова, представляющая столичную школу Олимпийского резерва по зимним видам спорта. Валерия победила соперниц за явным преимуществом. Отрыв от ближайшей преследовательницы составил почти 2 минуты. Такая погода, очень тяжело бежать, потому что есть вероятность, что ты можешь себе что-нибудь отморозить, хотя даже разогревшись хорошо. Но лучше, конечно же, когда теплее. Можно подобрать маску под такую погоду. Вот под холод тяжело уже подобрать. Поедут, не подъедут. Структура лыж уже нужно знать. На 10-километровке у женщин самой быстрой была Юлия Дроздова, опередившая биатлонисток Наталью Ушкину и Надежду Дубову. У мужчин лучшее время показал Александр Шунихин из Ичалок. Помимо них победителями были Владислав Балуев, Дмитрий Титов, Николай Алтышкин. Юрий Осипов, Игорь Гангаев. Программа «Наш спорт».